А перед началом нового видео хочу порекомендовать канал Games Videos Russian. Там вы найдете захватывающие и крутые битвы по игре Brawl Stars, кто же не слышал об этой нашумевшей игре. Парень реально очень круто играет в эту игру. Чтобы в этом убедиться, переходите по ссылке, которая будет в описании, и смотрите его крутые видео. Сам я на этот канал подписан, так что вы можете смело подписываться и смотреть крутые видео. Ссылка будет в описании, а я перехожу к новому видео. Всем привет, и это новое видео по Motor Depot, и сегодня будет зимняя РПшка. И вот сейчас мы стоим в городе Серпове около школы. Как видите, стоит две патрульные машины ДПС и два школьных автобуса. Сегодня мы повезем детей в деревню Микряево, там будет какая-то выставка. И вот, собственно, туда мы и повезем детей. Так, все, давайте. Поехали. Все, вот нас сегодня будут сопровождать две пятнашки, как в прошлый раз, а мы поедем на кавзиках. Так, сейчас выезжаем. Ехать не так уж и далеко. Вот сейчас они все уже там в салоне сидят. Ну, вот так вот едем. Так, сейчас нужно будет ехать все по дворам тут, выезжать. Не очень удобно. Ну и вот выезжаем на основную дорогу, уже всем знакомую. Итак, все, выехали. И едем. Уже скоро будем выезжать из Серпова. По карте вот нам ехать недалеко, Микряево видели. Мы там уже были. Так, тут же ДПРС, нужно быть аккуратно. Так, сейчас вот поворот направо. И все, выезжаем на основную дорогу. Вот проезжаем мимо поста ДПС, но на нем почему-то никогда не было никаких машин ДПС. Вот идет снежок. Так, по времени сейчас 12:40. Снова записываю РПшку по мультиплееру, как я и говорил в прошлое видео. Как вы помните, был рейс в Лаптары. Так, сейчас поворачиваем направо. Тоже ЖД переезд. Вот все едем. Так вот это красиво выглядит. Только жалко, я не могу на это со стороны посмотреть, потому что я за рулем. Так, все, едем. Кстати, всем спасибо за 1300 подписчиков. Теперь цель 1500. Так, сейчас будем ехать через всякие деревни. Вот подъезжаем к деревне Краснобор. Так, вот зима, на дороге никого нету. Вот сейчас будет автострада, можно побыстрее ехать, но не так быстро, потому что мы везем детей. Так, ну так как машин нет, это нам очень везет, нам же лучше. Все, выезжаем из деревни Краснобор, и сейчас пойдет дорога до Пертуры. Турку. Автобус идет тяжело, но все же едет. Некоторые моменты будут в ускоренном виде, чтобы не продлять лишний раз. Так, вот, заезжаем в деревню Пертуры. Bye.
дороге. Плохо видно разметку, а вернее вообще не видно. Так что ехать не очень удобно. Ну ладно. Так, что-то пятнашка выехала как-то на встречку. Как бы сейчас не пошла никакая машина. Ну и вот скоро уже Микреево. Вот-вот до него доедем, вот его уже видно. Так, тут у нас заправка. Так, что у нас по бензину почти полбака потратили уже. Так вот, кому знакомо это место, пишите в комментариях. Здесь у меня были РПшки, тоже посетим. Вы должны помнить, кто меня сотрел почти что с самого начала. Итак, вот уже подъезжаем к этому месту. Так, вот все. Включаем поворотники. Поворачиваем. Так, все, заезжаем во двор этого здания. Это что-то на типа дома культуры, я так понимаю. Так, ну и вот все. Встаем. И ждем, пока мероприятие это закончится, и повезем детей обратно в школу. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про колокольчик, чтобы получать уведомления. И всем пока!